Значит, еще какие опции? Ну не опции, а доработки. Нет, опции все-таки. Специально где же мне сделал? Я их сделал всего две, потому что считаю, что остальное мне было делать ничему. Что я сделал, как бы считаю необходимым, особенно на наших дорогах, это сеточка, решетку радиатора. Как в верхней части, так и в нижней. Считаю, что лишним не будет. Тем более автомобиль новый. Чтобы радиатор не загибало камушками. Еще, значит, что сделал. Почему-то с завода изготовителя эти автомобили идут без задних подкрылков. Их тут вот не было. Вот. Ну, разумеется, я их поставил. Так, машина гарантийная. Лучше уж поставить такие вещи уже у них. И сеточку эту, чтобы не прикопались. Вот такие еще небольшие. Ну, еще поснимаю общий вид машины. Машинка, считаю, что довольно-таки симпатичная. Ну, на мой взгляд, кому-то, наверное, не нравится. Обзывает всяко нехорошими словами, я уж не буду говорить. Но мне нравится. Цена и качество соответствуют. Вот передок у него намного лучше, чем у Дорисайла, мне кажется. Вот.